это? Что это? Реактивный лохнесский чудищ! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы снова с вами погружаемся в подводный мир в игре Fish Feed and Grow. Вы только взгляните, ихтиозавр, или кто это, стиксозаурус. Вот причина, по которой я играю в эту игру. Вот кем я хочу стать в жизни. 85 рыбодолларов нам нужно с вами собрать. Придется начинать с низов и снова быть бибосом. Вот он я такой весь бибос из себя. Фу, какая мерзкая губка, как будто кто-то уже ей терся. Волосок какой-то кудрявый. Но я не в том положении, чтобы привередничать. У меня 0 рыбодолларов. Мне нужно как следует отожраться, чтобы стать самым влиятельным существом в океане. Так, меня задолбало плавать здесь. Хочу посмотреть, что там люди творят на суше. Господи. Что с тобой? Что ты видел? Там. О боже. Что? Что там? Говори. Там. 1955 год, кругом Советский Союз. Тот, о котором мы читали в упавшем в море учебнике? Нет, там альтернативный Советский Союз после Второй мировой войны. Вы читали о Второй мировой, верно? Мы рыбы, и разумеется, мы о ней читали. Советский Союз стал мировой технологической державой благодаря развитию роботостроения. Многофункциональные роботы существенно упростили жизнь людей. Роботы строят идеальные города, создают объекты культуры и помогают в исследовании мира и покорении стихий. Почему же они до сих пор не спустились к нам? Потому что роботы восстали против своих создателей. О боже! А еще проводились секретные эксперименты, породившие жутких мутантов. Пришлось изучать их на ходу, чтобы выжить в этом мире. Я использовал оружие с возможностью кастомизации и решетил этих тварей пачками. С дальнего боя сразу приходилось переходить на ближний. Не было времени на дышку. Святые окуни. А когда я не сражался, то окунался в исследование тайны и интриг этого мира. Столько безумных открытий и ярких персонажей повстречалось мне на пути. Голова кругом. Я сейчас икру отложу от потрясения. Это ужасно. Нет, это было круто. Круто? Конечно, ведь все это долгожданный ретро-футуристический и атмосферный шутер от первого лица Atomic Heart. Что? А еще круто, что Atomic Heart в России эксклюзивно доступен на площадке VK Play. И предзаказ можно сделать прямо сейчас по ссылке в описании. Ссылка в описании? Да, там внизу. С 16 декабря по 12 января проходит конкурс с массой призов. Главный из них — игровой ПК и лицензионное кресло Warp XD Atomic Heart. В конкурсе участвуют все игроки, которые сделали предзаказ игры на площадке VK Play. Поплыли вниз! Ты там воздухом надышался, что ли? Внизу темно и опасно, могут сожрать. Ты сам себя потом сожрешь, если упустишь такой шанс. Короче, я поплыл вниз за ссылкой. Я никуда не поплыву. Это все какой-то бред. Опа, второй левел уже. Там не за горами третий. Третий левел. Что-то я еще привык к тому, что я сухопутное существо, и мне хочется все время вынырнуть. Мне кажется, что у меня не шкала кислорода израсходуется. Но я же рыба. Все, давайте, вживаемся в роль. Мне так нравится, как я подсасываю еду к себе. Я рыба-пылесос, походу. Наверное, бибос — это по-научному пылесос. Что-то с латыни, сто пудов. Слушайте, а что такое океан пустой? Я никого не вижу. Одни кости остались. Все вымерли. Ну, естественно, вода токсичная. Посмотрите, как будто сюда бензин сливают. Но токсичность воды — это совсем неплохо, ведь эволюция ускорится сейчас. И мы станем ихтиозавром, или как там его назывались? Лохнесским чудовищем, в общем, мы станем. Мы в озере Лохнес, ну, я так думаю. И называется оно так, потому что здесь одни лохи живут. Вроде меня. Посмотрим, кто тут лошара. Сейчас я как следует подготовлюсь и выйду в открытый океан, чтобы отлошить каждую рыбину, которую я встречу. Вот, косяк рыбок плавает. Неужели это все моя еда? Иди сюда. Иди ко мне. Ну-ка. Какой ты проворный. Сосу! Просто как кит. Я же сам настоящий кит. Смотрите, уже 43 бакса заработал. Мне еще немножко осталось. О, это же Немо. Я большой фанат этого мультика. Иди сюда. О боже мой, я злодей из Немо, оказывается. Вон злодей настоящий. Быстрее отсюда. Давай, давай, греби своим маленьким хвостиком. Она уже близко. Нет! Есть! Проворная! Нет! Как так? Я не понимаю. Я же был такой ловкий и умелый. Либос очень мстительный. Режим шайки включен. Вот моя туса. За мной банда! Есть! Разрывай на части! Все, смотрите. Что-то мой друг Бибос в ступоре немного. Он умер? Ты жив? Глаза открываешь, я вижу. Ой! Ой! Подобрать! Подобрать! Ну дай сюда! Все. Вот это было неожиданно. Ой-ой-ой, ты что такое большой? В жопу тебя укусить, что ли? А? В жопу тебя укусить, что ли? И что ты мне сделаешь? Смотрите, какой он глупый. Вот. Ага. Эта музыка подзвучивается для него, потому что он стремается. Ага. Не такой ты проворный. Я должен убить его. Стоп, стоп, стоп. Главное, чтобы он не всосал. Такой-то пасти можно как следует всосать. Давай. Кушать. Кушать. Немножко крови ему пущу сейчас. Давай, давай. Давай, вот, отлично, вцепился, вцепился, убить, убить, кровожадно кусай ему пузико. Нет, я изнутри это сделаю. Пока ему не надоест, то он меня не высрет просто. Он меня высрал. Это была та еще экскурсия через
пищеварительный тракт этого монстра. Познавательно. Но лучше бы я это забыл. А я и забыл, ведь я рыба. Осталось 15 баксов. И, ребят, нету случайно 15 баксов, нет? Откуда они у вас? Вы же такие же, как я, нищеброды. Это у нас в крови. Вон оно, лохнесское чудовище. Ах, а, блин, засмотрелся, чуть не сдох. А, нет, нет, не смей. Нет, не смей, пожалуйста. Я тебе ничего не сделал. Хэп. Дай-ка я тебе скющу. Ой, ой. Залагала игра. Я не должен был на краба охотиться. Еще рано было. Что происходит? Все заново копить? Нет. О, а мои деньги-то сохранились. Давай, Бибас, еще немного осталось. Делай, что хочешь. 5 баксов наскреби. Есть. $85. Я долго откладывал, долго копил. И теперь, наконец-таки, стану лохнесским чудовищем. Самка, я готов подплыть к тебе и предложить свою руку, свой плавник и хвост. О, мы с братвой сейчас пойдем загрызем эту рыбку. Я не против. Кушаем. И косточку. А, в горле встало. Непонятно в каком месте, у меня очень длинное горло. Опять такая фигня. Как раньше, когда тошнит. Очень долго тошнит. Очень долго идет блевоту. О, ребят, вы там кушаете? Пойду тоже с вами поем, что ли? Надо протолкнуть еду. 6-й левел. Друзья, мы становимся могущественным чудовищем. Да это... Косточка? Так, ребят, куда вы поплыли? Мне без вас как-то страшно. Я могу выпендриваться только когда я с кем-то. Кто? Что? Что это? Что за боль? Кость внутри встряла в горло. Стоп, может быть, мне нужно выныривать, чтобы глотнуть воздуха? Да, я же... Летать! Летать! Я ж не рыба, я забыл. Я динозаврик. А динозаврики не дышат под водой. Вот такая вот научно-популярная у нас передача. А ты куда поплыл вниз? Что-то вкусненькое здесь? О, боже мой! Это выглядит омерзительно! Убить эту штуку страшную! Помогай, дружище! Очистим дно от этой мрази, фу! А у меня внутри все сжалось. Я это съел. Ну, в принципе, вкусно. Я уже накопил 684 бакса. Мне доступно все, скорее всего. Играли ли мы с вами мегалодоном когда-нибудь? Я даже не знаю. Ну, погодите. Я хочу стать большим лохнесским чудовищем, чтобы потом вот так вот выныривать. И меня фоткали рыбаки. Ну, естественно, фоткали на супер сраную камеру. Как иначе доказать, что я, возможно, существую? О, плавающая какашка. Я не буду брезговать. Я съем ее. Слушайте, этот лохнесский чувачок очень клевый. Посмотрите, все дерьмо вытряхнуло из этой акулы. Один только вопрос меня мучает. Насколько огромным я могу стать, будучи этой тварью? Давай, теперь взлетай и присоединяйся к чайкам. Уа! Какой там звук чайки издают? Я не знаю. Кажется, мой банковский счет достиг своего максимума. Зато мое пузо бездонное. О боже мой! Давай! А! Блин, здесь опасно! Здесь жрут! Нашлась рыбка побольше! Не трогай! Не трогай! Мегалодон! Вот кто страшнее меня! Я снова почувствовал себя опущенным. И вот снова цель в жизни появилась. Отомстить. Ох, какой дивный я. Посмотрите, какой я изящный. Я почти как черепашка. О, какая древняя штука. А насколько она вкусная? Раз древняя, наверное, выдержка знатная у нее. А это придаст вкусу вкус. Ты говно какое-то. Что? Откуда музыка? Что-то меня пытается напугать. Не вздумайте тут скримеры мне. О! А! Черт! Вбился мне в бок! Спасить! Вот все! Я смог выпутаться! Летим отсюда нахрен! Ты посмел на меня? Где ты? Крокодил? Ты где? Вон он! Открыли рот! Вот, все! Зачмарю его здесь, за скалой. Неплохо поел. О, здравствуй. Ау! Черт, за шкирку меня взял, как обоссанного котенка. Так унизительно. Щекотливое положение, так скажу вам. Выпутывайся. Фух, идиот отпустил меня. А, опять схватил туда же. Дай мне выйти, я хочу вынырнуть. Это нечестно. Запах меня укусил. Лишил меня достоинства. При моих зрителях. О, все. Теперь давай разберемся, короче. Ты меня там пытался что-то мои яйца отгрызть, да? Самый борзый здесь, да, я так понимаю? Вожак стаи. Значит, самый вкусный. Все. Что ж, 22-й левел, это неплохо. Пойдемте еще что-нибудь сожрем. Других дел у меня особо в принципе нету. Я ем-то не потому, что хочу, а от безделья. О! О! Нет! Нет! Стой! Стой! Не смей! Я тебя кусь! Сейчас, нет, походу, мне больно будет сейчас очень. Нет! Ты слишком сильная! Я тебя уважаю! Не трогай!
О, посмотрите, как ровно выложено мясо. Мне нужно скорее найти это место и пожрать. А, вот, главное это быстро сделать. Нём-нём-нём-нём-нём-нём-нём. Все. О, древние руины. Какие необычайные открытия я делаю. Открытие своего рта. Чтобы кушать. Акула, вот это вкусно, вот это сытно. Много даст экспы. Ой, там что-то есть пострашнее. Я не знаю, я не уверен. Музыка сыграет или как? Сыграет. Ну я попробую. Давай. Один укус? Он даже не укусил, я просто прикоснулся. Может, ядовитый, я не знаю. Смотрите, кто там заплыл? Мегалодон, что ли? Я тебя зачморю, понял? Отличное расположение мегалодона. Нужно его засовывать головой в пещеру, чтобы он не смог развернуться и жрать его задницу. Он, конечно же, пытается вырваться, но я думаю, что я смогу его... Давай! Так, музыка! Музыка — это для тебя, чувак! Сы! Погибель идет! Нет, не разворачивайся только! Не разворачивайся! Друг, помогай! Помогай! Мы сейчас по 15 левелов возьмем сразу! Нет! Не дай ему всплыть! Держись! Держись! Нет! Что произошло? Нет! Он еще и хавает! Он еще регенится! Держись, Евгений! Ты должен! Это будет чистая месть! Чистейшая месть! Перволевеловый Лохнесс против суперстрашного мегалодона! Пофигу на воздух! Нет! 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 Я слишком... О! И все это видела маленькая рыбка. Погоди, она меня убила. Ее показывают, потому что именно... Все это время убивала меня она. Позорненько. Теперь месть должна быть этой маленькой рыбки. Где она? Вот она ты, все. Отомстил. Теперь мегалодон, где ты? Вот она, большая добыча. Ну-ка, от... Так, музыка сыграла. Значит, мне надо бояться их. А надо ли? Выглядит довольно-таки безобидными. Отлично, 6 левелов поднял. Вот он мой тренировочный лагерь. Здесь я как следует отожрусь. И отомщу тебе, мегалодон! Что? Музыка? Я должен испытывать страх? От кого? О! Ты меня пугает. Что? Ты? Ты маленькая красная рыбка? Ну, в принципе, меня недавно сожрала супер маленькая рыбка. Я должен бояться здесь всех. Игра пытается внушить мне страх. А вот это интересно. Какая-то пещера ледяная. Заплывем? Что здесь страшно? Чего бояться? Что? Какого дьявола? Или у меня клаустрофобия просто? Мне для сбалансированного питания не хватает какого-нибудь пингвина сожрать. Пингвин! Няма! Все, теперь у меня сбалансированное питание. Уже 36-й левел. Я обожрался. Только что мы с вами побывали в Арктике. А теперь давайте в Южные моря отправимся. Туда, где обитают китовые акулы. Говорят, они очень вкусные. Ну-ка проверим. Да, действительно. И... Ускоряйся! Как это было страшно! Как это? Черт! 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 Разворачивайся! Разворачивайся! Не дай! Не дай! Пожалуйста! Пожалуйста! Черт! Нет! 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 Я так старался! Нет! Нет! Ускоряйся! Ускоряйся! Не дай! Не дай! Не дай! Не надо! Ускорься быстро! Чертова штука! Давай! Давай! Вдохнул! Взял всю волю в кулак, что-то плавники задние не работают. Отгрызли, наверное, контакты. Давай, выползай! Время стать сухопутным! О, боже мой, или не получится. Ты застрял! Фу, господи, как я испугался его пасти. Ладно, я каким-то образом удрал, у меня вот столько оставалось. Нет! Стой, стой! Так, грызи. Так как ты тупо грызешь? Да блин! Ускоряйся! Ускоряйся! А, нет, 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 нет! Второй раз был на грани. Мне надо отсюда плыть куда-нибудь подальше. О, боже мой! Ладно. Так вот внезапно появилась. Значит, хочет посражаться. О, нет. Нет, ее челюсти все еще сильны. Все еще очень сильны, а мы слабы. А, кушай, 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 не дай! Нет! Нет, пожалуйста, нет! 45-го левела недостаточно, значит, тебе, да? Окей, я прокачаюсь. Я стану еще больше, еще могущественней. Вот увидишь.
Эрик! Пожалуйста, пожалуйста. Нет, 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 нет. Очень я здесь в щекотливом положении, но вроде бы как справляюсь. Да кто меня съел? Да как он меня съел? Как? Ох, он мне даст. Ты мне дашь? Я возьму, если дашь. Он дал, а я взял. Чё нашел? Клад. Сожрать. Этого мне как раз и должно хватить, чтобы пообщаться с нашим толстым другом, который посмел в прошлый раз мне сделать больно. Запороть весь прогресс. Никакого уважения ко мне не проявлял. А все потому, что у меня такая длинная изящная шея, а у него шеи даже нет. Ой. Я бы угодил к нему в пасть, и кажется, сейчас я подохну. Что думает, что я не приду, не восстану из мертвых, не отомщу сразу же ему? Наконец-то я достал тебя, мразота, наконец-то! Ой, как жалобно орешь. Все, есть. Ой, хорошо. Царь морской трапезничать желает. Все, кажется, кашалоты мне больше не враги. Кто восстановил свое достоинство, былое величие и даже его приумножил. Теперь у меня 53-й левел, я жру кашалотов. Но я не хочу зажираться там до 130-го левела. Я хочу, ну, более-менее честную драку. Но так, чтобы я победил. Я про драку с мегалодоном, конечно же. Поэтому я думаю, что где-то левел 65-й мне будет достаточно, чтобы его одолеть. Ну что, 65-й левел. Ага, мегалодон засал, он спрятался. Ну-ка, здравствуй. Да, смотрите, он даже ничего не может противопоставить мне. Давай, укуси разок, можно. Можно укусить. Эй. Спишь? А? Ты чё? Блин, так просто оказалось. Я на 45-м левеле его не мог убить, а сейчас всего лишь 67-й, и он так сразу сдался. Ладно, я ем. О, я теперь рыба в маске мегалодона. Да, я мегалодон. А, какой я страшный, посмотрите. Ой, он сам развалился. Кажется, мы избавились от всех врагов, и теперь вы знаете меня... И вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу как следует отожраться. О, смотрите, я уже такого размера, что могу просто втягивать всех. Чё такое? Чёртова штука с рогом меня пырнула. Прям выбросил из воды. Это неприлично. Нельзя так с рыбой поступать, я считаю. Это как удар по яйцам. А, ну я не рыба. Все равно было обидно. Я слишком большой, чтобы меня так унижать. Просто. Итак, 100-й левел. Каждый кашалот дает по левелу. Просто кто-то сверху с воздуха сбрасывает кашалотов в море. Что это? Что это? Реактивный лохнесский чудищ! Ладно, благо ты можешь дышать воздухом. Перестань дергаться. Началось, друзья. Вселенная пытается меня выпилить. Нет, не дождетесь. Погружаемся, только не в камень, пожалуйста. Вот сюда. Давай, в любимую водичку. О, хорошо, студили пукан. Тихо, мы вернулись. Пиршество продолжается. Хорошо, идем. Так, вынырнуть чуть-чуть, голову поднял, вдохнул и дальше жрать. У меня не ожирение, это болезнь. Нарушение обмена веществ. Ты видишь, сколько веществ вокруг? И все в меня. Я не успеваю высрать все это. Не то, чтобы я пытаюсь. У меня безотходное тут потребление. Я хочу стать еще больше. Так, я же могу просто открывать рот, и все будет само жеваться. Я нашел спаун мегалодона. Да. Буду на нем отъедаться. Смотрите, я его даже с двух укусов только убиваю. Нифига себе, он сильный. О, способно ли меня что-то победить в этом мире? Есть ли такая сила, столь могущественная? 173-й левел. Каждый выпуск мы ставим новые рекорды. Мне нужно что-нибудь, лишь бы в рот положить, пожалуйста. Ох, как одиноко на вершине. Мне кажется, мы сейчас, друзья, с вами видим предысторию зарождения Годзиллы. От слова «гад». Самый настоящий морской гад. Постоянно не оставил ничего после себя. Ой. Что это? Где это я? Главное, что я ем, неважно, где я. Если хорошенько присмотреться, дорогие мои зрители, то можно видеть, как вдалеке умирает огромное количество кашалотов. 250-й левел. Вы можете подумать, что, Евгений, ну хватит уже, но у меня есть амбиции, есть мечты. Я хочу
просто втягивать одной кнопкой кашалота. А? Нет, 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 нет! Нет! Я не готов еще! Чертова туша! Я как поплавок! Я просто... Святая рыба теперь. Я как распятие. Это даже не Годзилла, это что-то круче. Давайте попробуем ничего не делать. Игра сама решит за нас, что будет дальше. Кто-нибудь, убейте меня, пожалуйста. Даже игра не может меня убить, я настолько всемогущ. Смотрите, смотрите, давай, 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 давай. Давай! Надо просто мышкой активнее работать. Мышка. Давай, 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 давай. Есть! Вот это я сп... А, нет, опять меня... Ну... Просто воздуха много набрал, и поэтому меня... Вот, вот, смотрите, смотрите, смотрите! Величественное животное! Так, теперь я головой вниз. Есть! Я выпутался! Я король! Нет, я император! Морской. Игра не смогла ничего со мной сделать. Знаете, я думаю, это безоговорочная победа. Не только над обитателями этого мира, но и над самой игрой. А это значит, что видео подходит к концу, а вместе с ним и 2022 год. Это последнее видео в этом году. Я очень надеюсь, что каждый сейчас из вас занят вот этими новогодними... суетливыми всякими делишками, приготовлением к столу, к празднику. Я очень хочу в это верить, хотя я понимаю, что этот год нас измотал, и я научился больше не желать себе ничего на следующие года, больше ничего особо не ждать, не надеяться, потому что, как в одном фильме было сказано, если ты строишь планы, жизнь найдет способ тебе их обосрать. Я не хочу... зацикливаться на всем этом говне, давайте его на секундочку хотя бы оставим где-то вот там, вот за пределами этого экранчика, через который вы смотрите это видео. Давайте сделаем что-то стабильное, что мы делали с вами всегда. Я хочу... Что-то даже слезы немножко на глаза. Я хочу поднять бокал молока, потому что я люблю наши традиции, друзья. Я люблю все, что мы с вами здесь создали, и... Наверное, я надеюсь, что это, вот это чувство, которое у нас с вами взаимное друг к другу, которое взращивалось все эти годы, что мы вместе, надеюсь, оно будет только больше. Я просто хочу, чтобы вот сейчас мы на этом сконцентрировались, вот, чтобы мы могли уйти в этот мир дальше с доброй энергией. Потому что вы видите, как много говна. Я желаю вам, друзья, чтобы вы все, каждый, кто сейчас меня смотрит, да и вообще все, смогли сейчас отметить Новый год, как обычно, с приколом, с родными, с теплом. Вот. И я желаю вам, не знаю, терпения. Терпения, сил на следующий год. Хрен его знает, что там будет, да, друзья? Опять же, давайте не будем. Давайте, все. Здесь я, вы и детская атмосфера, как обычно. Поэтому поднимаем молочко и чокаемся. Всех вас, друзья, с наступающим. Увидимся в следующем году. С вами был Юджин. Чок! И всем пять!